Игра команд из лидирующей тройки оказалась очень зрелищной. На 39-й минуте матча первый гол в ворота соперников забил игрок «Анапы» Виталий Кириченко. Через минуту футболист сделал дубль. 2-0 после первого тайма. Игроки «Анапы» уверенно реализовали ошибки Понтаса и довели матч до победы. В середине второго тайма третий гол в ворота «Витязевцев» забил Александр Зароченцев. Игра завершилась со счетом 3-0 в пользу «Анапы». После пятого тура наш городской футбольный клуб возглавил турнирную таблицу чемпионата Краснодарского края. Следующая домашняя игра – 23 мая. Футболисты «Анапы» встретятся на поле с командой «Прогресс» из Тимашевска.